Все-таки вот эта укоренилая тема, когда вот вбивают, что там англичане там в 12-м, 14 веке, там какие англичане, непонятно. Англичане вообще в том виде, наверное, котором мы знаем, они опять же появились где-то с 905 года, ну, максимум с 1860-го. И то, знаете, вообще всегда как это происходит. Вот берется концлагерь определенная территория. На этой определенной территории живут славяноязычные человеки. На эту территорию завозится 2-5% представителей других народов и национальностей. Иногда зачастую бывает, они общаются на этом же славянском языке, но для них специально придумывают определенную речь. Но я не знаю, какой, чтобы не затронуть чувства верующих, какой выбрать самый щадящий Народ или... народность, чтобы они ж расплачутся, скажут, мы древние, вот у нас в книгах истории написано, что мы вообще самые первые на земле были. Но это всем говорят, и нам тоже. Не, ну мы-то и есть самые первые. Ну ладно, пока это не эта тема. Потом им дают в финансовом плане размножаться, и как бы они увеличиваются в населении, вот, создаются им условия самые жирные. Они уже из 5% 20%, 30%. А потом они вот этим оставшимся 70% говорят, пошли вон с нашей страны. Чемодан, там, рюкзак, маленькие саночки, вот, отбойный молоточек, лопатка, валите все нафиг с этой территории. То есть их привезли, их предков. Прошло 20, 30, 70 лет, им сказали, вы тут всегда жили. А это вообще оккупанты, которые славяноязычные. Уничтожайте их, уничтожайте, вот вам добро. И они приходят в дома, начинают буквально вырезать по внешнему признаку, по даже вот, фамилии оккупанты специально придумали, чтобы какие-то были различия. Вот. Ну, такая тенденция. Поэтому Англия, она по сути так и процветала. То есть была территория заселена нами. Сравнительно недавно привезли психически неуравновешенных чудиков, покалеченной речью. Немного привезли. Потом они начали размножаться, увеличиваться, их как бы стало больше. И они давай выгонять всех. Выгнали, а потом смотрят, блин, а нас-то на такой кусок земли шибко мало что-то осталось. Что-то несерьезно будет Англия и 20 человек. Как же я сказал, 20 человек на всю Англию. А давайте тогда приглашать индусов, китайцев. Вроде как бы нас много, ну будем их тоже за англичан читать. А шо? И поехал весь мир обратно. Уже как бы выгнали нас, дали добро. Заселяйтесь. А чё? Мы ж индусов обижали, мы ж такие великие, вот надо теперь индусам, так сказать, предоставить все высшие учебные заведения, все-все-все. Негров обижали, мы ж их линчевали, в рабстве держали, а рабы-то были на самом деле мы сравнительно недавно. Детский вот этот труд в Америке, когда деток вагонами увозили с современной России, Украины, Белоруссии, этапировали, скажем так, в Америку поездами. Я-то как белые ботинки сожгли, в лес убежал. Вышел на станцию, а там паровоз и много-много с ним вагонов. Эшелон! А, ну да, эшелон, эшелон. И из Петрограда детей увозили от голода. В Америку поездами, потом гнали их работать на ткацкие фабрики, на всякие тяжелые труда, как в Англии там. У тележки с углем таскали там, в общем, издевались над нашими детьми. И сейчас издеваются. Вон, что-то Оля пропала, она трогательные, грустные истории рассказывает, как в Германии можно увидеть рабский труд, где ребенок там разгружает маленькие бананы. Ну, думаю, Оля это не придумала. Возможно, и будут и другие свидетельства.